Алло, всем привет! Да, Антончик, у меня уже запустилось. Какие настройки? Скажи, куда нажать, пожалуйста. Пиздец. Да хватит палку свою дрочить. Скажи что-то по-русски или нет? Сука, Кратос, пожалуйста, скажи что-то по-русски. Ля-ля, не несет никакой. По-русски скажи. Hungry? God of War готов к установке. Подождите, стойте. А вдруг готова к установке русская озвучка? Нахуя я ее купил, блядь, через Турцию, ёбаный роут? Слушай, ты не хочешь в Дискорд пойти со мной пошаманить, нахуй? Так мне интересно, если я создам украинский аккаунт и уже зайду на скачанную God of War, загрузится ли у меня обновление? Или все от скачанной версии работает? Короче, смотрите, вот это мой основной аккаунт. Потом я создал себе турецкий аккаунт, ну, для того, чтобы купить God of War. И я себе специально на аватарку поставил мозг, типа... Ебать я мозг, блядь, через Турцию купил, наебал систему, потому что я гений, я мозг, нахуй. Вот, а потом оказалось то, что там нет русской озвучки, и пришлось покупать еще. Вот, мне помог glerkinhuis.gg, а именно, ну, сам непосредственно Неркин мне помог. Ну да, приключения, да. А потом можно будет снизить, если я буду сосать? Все, тихо, все. Все, блядь, тихо. Странно, хули он за этот мешок трусится, если прошло, по сути, года три. Там реально года три после предыдущей игры прошло. Блядь, как же он чувствуется. Да, я на компе сейчас. А, блядь! Может быть, вам надо было краткий экскурс в предыдущую часть, или всем похуй, и все знают, потому что игра мега хайповая. Короче, если чё, в этом мешке была его жена, ну, типа, прах его жены. В предыдущей игре вся игра была основана на том, что... Ну, там они несли прах жены с сыном. И сейчас вот сын там чуть подрос, вот это вот все дела. Сейчас. Я для вас поставлю специально. Если тут нормально будет. Предыстория, вот. Надеюсь, на русском будет. Мать мальчика умерла. Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. Мать мальчика умерла, чтобы мы... Совсем не жалуют, уж поверь, я знаю. Ты богиня. Была первой среди ванов когда-то, теперь уже нет. Есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. Для начала отрубить мне голову. Один тебя ищет, брат. Особенно после того, как ты стал убивать его родню. Я пришел на эти берега, чтобы жить как человек. Но правда в том, что я родился богом, так же, как и ты. И можем делать все, что захотим. Убийство бога приводит к последствиям! Мама? Нет, отойди, Кратос, мне не нужно. Нет, мой мальчик, мой милый мальчик. Это мама, смотри, она великан, и я великан. Великаны, и прикиньте, они развеяли прах. Локи. Этот вопрос мы отложим. Короче, господа, я вам рассказываю самое трогательное в предыдущей игре.
Ну, то есть, их история мне как бы похуй. Мне была история злодея интересна. Там просто пиздец. Прикиньте, родился мальчик, и его мама настолько любила, что она его зачаровала, чтобы он не чувствовал ни боль, ни страдания никакие. Но при этом он не чувствовал нихуя там, типа, ни холод он не чувствовал. Она его просто лишила всех чувств для того, чтобы он не страдал. И он ей говорил: «Мамка, ты ебаная шалава, блядь, проститутка, ты меня лишила жизни, типа, я живу и не наслаждаюсь жизнью, пошла ты нахуй». Вот, и она такая говорит: «Ебать, сынок, если, ну, ты того захочешь, то ты можешь меня убить, если тебе легче станет». И он начинает душить мамку, прикиньте, и Кратос такой: «Ты чё, бледота, охуел?» И подходит, и ему вот там вот был кадр, сворачивает ему шею, говорит: «Ты чё, долбоёб ёбаный, гандон?» Вот так вот ему, ну, чисто, ну, вкинул его, говорит: «Гандон ты». Вот, вот это вот была, ну, охуенная тема. Всё, теперь молчим, приключения. Голоден? Задрочил тебе палки сам. Короче, скриньте, у Атрея, у мальчика на груди хуета зеленая. Короче, это единственное, ну, короче, это какие-то были зачарованные стрелы. И это единственные стрелы, прикиньте, которые, ну, с предыдущего злодея могли снять вот эти вот чары, вот это проклятие. И, сука, там так было охуенно. И он берет, ну, этот чел, блядь, который нихуя не чувствует, мальчика уебывает в грудину. Мальчик такой: вот так начинает задыхаться. Вот, а челу пробило этим наконечником стрелы эту руку. И с него сняли зачарование. Он такой: «Я чувствую боль! Ебать, как же охуенно!» И на него снег идет, и вот прям графоном ебашит на него снежинки, и он такой: «Холодно!» И я прям реально прочувствовал то, что он, ну, блядь, столетиями не чувствовал боли. Ну, типа, он же бог, он дохуя там живет. Ну и, короче, так было охуенно. А в итоге, знаете, как эта хуйня тут оказалась у него, вот этот вот наконечник стрелы? У него хуйня для колчан, короче, порвался. И он такой: «Батя, у меня порвался колчан!» И батя берет одну стрелу, вот так ломает и говорит: «Ну, сейчас зашьем, блядь». И зашил ему это, куском стрелы колчан. И чисто Бальдуру ебал туда кулаком и снял зачарование. Еблан тупой, тупорылый гандон. Ну, такой чисто прикол я вам вкидываю. Что дальше? Домой. Вьюга усиливается. Пойду к упряжке. Что-то такое чувство, что Кратосу не очень, ну, типа, он старый уже, тяжело двигаться. Или он после операции, короче, на помочь, либо он старый. Сука, ну с таким же успехом я бы мог бы и на Ютубе пройти, типа. Сейчас шабаню такой. Что это? Глянь, это какой-то спайс. Готов. Что-то от Рейна Глэка начал. Это похоже, блин. Чуть-чуть глайк. Ура, играть в игру! Ёбаный, он сам едет! Как играть, нахуй? Я играть хочу, ёбаный нас... Алё, блядь. Просто похуй. Так, подождите, чувствительность камеры какая-то пиздец. По сравнению с прошлой игрой слишком быстро. Надеюсь, Фенрик поспал.
Может, и поест, как доберемся домой. Он совсем плохо дрыгает. Я знаю, но вчера ему было немного лучше. Пусть он голоден. И если он сможет есть, я его не оставлю. Ебать, ебать. А, птица ебаная. Да. Это она? Ой-ой. Это она. Ёбаный фак. Граница близка. Бля. Готовься. Фанки! Еба. Л1. Ай, блядь, я просто не знал. Л1 это какая? Сука, я хотел серьезно играть. Это серьезная игра, я ждал ее 1 000 000 лет, нахуй. Ну, блядь. Типа... Ну, Л1, типа. Так просто она не отстанет, да? Она упорна. Будь готов. Ой, блядь, преграды ебаные. Охуеть, сапельсонка. Ах ты шлюха. А, ноль, нахуй! Отпусти его! Держись! Нам надо оторваться! Я пытаюсь! Смотри, что она! Берегись! Блядский рот! Деревья, они падают! Ах ты, прошмандовка, блядь! Чуть не задело. Сейчас снова ударит! Блять, ах ты шлюха! Я не хочу с тобой воевать! Нет, не удержаться! Отец, держу! Охуеть! Держись! Защитная граница уже рядом! О, нет! О, нет! Блин, мы тебе не бросаем! Ты что, ебанутая? Я жму ноль! Прошу, не вынуждай меня! Еба! Еба! Пошла нахуй, даже не посмотрела. Да! Быстрее! Скорей, скорей! А все, они заехали за деревья блестящие. Мы под защитой. Мы добрались. Идем домой. Спеки! Свана! Спеки! Бля, по камням на санях. Прости, что я не выстрелил. В этом не было нужды. Я все думал, она отступит. Ты спас ей жизнь. Я убил ее сына. Такое не прощают. Да. Смерть Бальдра и впрямь вызвала Фимблвинтер. С того дня снег не прекращается. Может, однажды все наладится. Возможно. А, еще я предупреждаю, пацаны, я тут как пылесос буду играть. То есть я... Вот сюжет идет, и я такой, о, похуй, сундук. И буду идти сундук там открывать, там вот такие... Но худшее все еще впереди. Нужно быть сильными. Ну, чисто подъехал нам сильно, блядь. Это даже можно не управлять, если честно. Там, блядь... Фильм, ебаный. Макдональдс! Я сам. Возьму оленя. Похуй, все равно тоже взял, блядь.
Подожди, а не оленя чё? Ешьте. Они чё, там не могли его съесть? А себе? А себе чё кушать? Не понял, не понял. Ты чё, охуел, блин? Ура! Так, Ярочка. А как назад положить? Нихуя себе это что, блядь? Нихуя себе это как? Он притих. Обычно приветствует нас. Атрей. Фенрир! Как ты, дружище? Так, ну надо все пропылесосить, все локации. Спиздить идеи, кстати, для района Рагнаречного. Угу, это понятно, я у тебя должен был залезть, окей? Вот-вот, псина, блядь, чтоб ты знала просто, кто хозяин. Ветки ломаются от топора, проверяем. Охуеть. Жесть. Игра года. Я не хочу, я хочу прогуляться по... А, еще собакер. У них собакер один больной, что-то. Все хорошо. Я с тобой. Знаю. И я скучал. Где еда? Ты голоден? Ну давай. Надо сука, поесть. Это я после операции. Съешь. Что? Помельче? Вот так. Молодец. Что-то ему не очень понравилось. Атрей, близится час. Ты должен быть готов. К чему? Он же ест, он хочет жить. Он умирает. Нихуя себе. Крыску надо усыпить. Хороший. Храбрый. Быстрый, сильный. Но пора отдохнуть. Ладно. Я справлюсь. А ты отдыхай. Не мучай себя. Блять, этот Атрей же может на языке типа говорить по ходу всех. Короче, Атрей шарил за язык животных, но он их понимал. А сейчас, может быть, он может с ними разговаривать, и он ему реально говорит, волку. Артём, Атрикс. Софна. Афра. Тесу. Афра? Софна. Этан. Софна. 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 Чем словами усыпил волка? Идем тренироваться. Дальше самое время, ёпт. Что? Ты чё, ебанутый батя, блядь? Сынок, на рыбалку, ёбаный.
Нет. Сейчас же ночь. Батя, что-то ёбнутый. Нашим врагам ночь не помеха. Зачем? Какой смысл? Мы постоянно тренируемся, и что? Этого мало! Сколько нам прятаться? Залупнулся мы на батьке. Мы прячемся. Мы готовимся к бою, но мы пока не готовы. Идем. Время уходит. За Фимблвинтером последует Рагнарёк. Грядет война. Что бы ни должен был делать Локи, делать это нужно сейчас. Моя история не закончится в этих лесах. Я должен пойти и узнать, кто я, кто такой Локи. Я не позволю тебе драться с богами. Я не хочу ни с кем драться. Мне нужны ответы. А если они приведут к войне с Асгардом? Может, мама того и хотела. Мы не знаем, чего она хотела. И, видимо, не узнаем. Послушай. Тренироваться пойдешь? Дай мне время проститься с Фенриром, прошу. Нет. Здорово, ёпта. Ну, это угрюмое лицо ни с чем не спутаешь. Расскажешь, что с вами приключилось? Волк умер. О, нет. Фенрир. Как там наш паренек? Скорбит. Пошел его хоронить. А, проклятие. Ну что ж, брат. Да, пора спать. Когда играть можно? Ну просто я хочу. Ну, поиграть. Ну ладно, ну ты поспи, я потом поиграю, просто я два раза игру купил, через Турцию, там, через Польшу. Может, я... Ну, я сыграл бы просто. ₽10 000 все-таки. Ну ты поспи. Я хочу, у меня в конце Небритебря такая же борода, кстати, будет. Кратос. Присоединишься? К сексу? Фэй. Ты готов? Полетешься, будто самый мир сел тебе на шею. Это твоя охота. Ее не показывали в первой ты части. Ты веди. Ладно, ворчу. Только убит. Но хоть не мучился. И как мне это понимать? Скажи, о чем думаешь? Мы ищем хищника. Волка, да. Хищники убивают.
такой заведенный порядок. Охуеть. Это не всегда так. Это жестко. Не торопись. Не бойся, малыш. Мы хотим помочь. Правда? Нет, нет, стой! Идем. Больной волк, которого мы нашли, он пробрался внутрь. Как я и говорил, мы промедлили. Нас это не касалось. Но теперь... Не обязательно ждать беды у порога, чтобы выйти против нее. Сука, как это сделать, блядь? Ладно. Если в наших силах спасти хоть кого-то, надо это делать. Нельзя прятаться и бездействовать. Мы не прячемся. Воу-воу-воу-воу. Ща-ща-ща, блядь. Смотри, жена, ёпта, блядь. Смотри нахуй. Смотри-смотри. Это я только нолик на... А. Ждешь, что я его подниму? Да. Молодец. Куда она делась, блядь? Жена. Не, ну чё. Фэй. 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 Время уходит, любимый. А сделать нужно много. Брат! Брат? Да, брат, братан, братишка. Ёбаный спик. Где Атрей? Затем и Бужу ушел хоронить волка и пропал. Давно уже. Далеко уйти не мог. Хуяк, пойдем. Кого разъебать нахуй? А как его выследить? Так, смотрите. Не-не-не, ща-ща-ща, я разберусь, смотрите. Тут ведьмачье чутье, там, смотрите, вот тут он был. И вот сюда, вот, смотрите, вот следы. Пошел дерево рубить. Вот, потом он, короче, порубил деревом. И все. Может, он срезал путь через мир между мирами? Нет. Нет, камни не сдвинуты. Вот, вот сюда, вот, очевидно. Их не открывали. И тут следов нет? Ну-ка, следы ведут к застывшей реке. Наверное, там он и копал могилу. Как вы... Здесь он хоронил волка. Он разжег огонь перед псарней. Видать, стало жалко остальных волчат. Он пробрался здесь. Вы видали, я приметил вот этот проход еще, когда только сюда пришли. Ой-ой-ой, нихуя сопротивление. Ты спал беспокойнее, чем обычно. Кошмары? Прошлое снится. Почти каждую ночь. А, Греция, да? Сражение? Нет. Фэй, она будто хочет что-то сказать. Только не говори, что снова с призраками болтаешь. Нет. Но это не просто воспоминание. Вау. 30 минут я... Выражайся яснее, брат. Следы оборвались. Он взлетел здесь. И мы тут не одни. Ебать, хеллоу.
Кстати, в прошлой игре только один раз за всю игру встречались люди. Типа три человека, их захуярил и все. А тут люди сразу. Ну, ну нахуй, блядь! На, ёпта, блядь! На, нахуй! На, блядь! Защитный пояс. Вон там впереди дерево, да? Жестко. Ну? Ты был прав. Защита пала. Оттого и гости. Что же тут было? Подожди, а как он понял это? Как он понял, что защита пала? Матрикс что-то медведя захуярил. Медведь растерзанный. Но кем? Другим медведем. Но его ранили. Они сломали дерево. Надо найти Атрея. Да, лютые звери, злобные налетчики. Он наверняка искал, где укрыться. Мы найдем его. Иди дальше. Сука, ну тут выбор вправо. Ну ладно. А, выбор жесткий был, походу. Ура, серебро! Ну, все, хорош, понял. Лучшая игра мира. Можно убивать таракана. Ага. Тот самый бумеранг, про который говорил анальный бурак. Стороне. Расчистишь дорогу? Не. С чего пареньку уходить одному? Мы повздорили. Он сказал, что я прячусь от Одина. И что? Это разумно? Ты же убил троих его родичей. И расплачусь за это. Поэтому Атрей должен уметь справляться сам. А, ты о том пророчестве. Ну, то, что великаны нарисовали твой труп на стене рядом с другими точными предсказаниями. Я не верю в пророчество. Да? Славно. Я видел там секретный сундук, он мне нужен. Мне надо секретный сундук. Сюда вот. Вот он, вот он. Я все сундуки должен запылесосить по центре. Все загадки, все сундуки, чтобы у меня был топовый шмот, лут. И во что именно ты веришь, Мимир? Я всегда был скептиком. Хоть мы и встречали то, чему нет объяснений. Скажу тебе, как умнейший из живущих. Понятия не имею. Так, смотри, сука, чувак. Удерживайте, чтобы заморозить топор и усилить следующую атаку в ближнем или дальнем бою. Да, Старкари. Сука! Он промахнулся! Чё-то нихуя не усилилось, похуй. Ха!
Ой-ой-ой, хорошо. Как уебал, блядь. Фу, нихуя себе. Кайф. Ну, как бы фу, ну как бы кайф. Вот, вижу сундук красненький. Налетчик слева! Брат, сзади! Брат, я знаю, брат! Так, и куда же делся этот след? Брат. Так, а я откуда пришел? Сука! Западня ёбаная! Я опыт Кратоса. А, нихуя себе, даже донаты есть, сейчас. Придется обойти. След ведет на ту сторону. Давай, ладно, придется. Я не понял, это медведь сделал с этими людьми или кто? И еще вот кое-что. Я просто провел. Ты чё, ебанутая? Ты чё, ебанутая? А. Да уйди ты нахуй, я заморожен. Сосать, пиздец, кайф. Это явно не разведчики. У них где-то здесь лагерь. Я знаю, что ты думаешь, брат. Но Атрей не беспомощен. Ты хорошо его обучил. Он тоже так считает. О, сундучок. Смотрите. Ну, это могилка вообще, как человека другого. Но тут не важно. Ну, там тут кого-то похоронили, ну, похуй. Иногда вот в таких коробках хилки лежат, поэтому я их тоже буду затрачивать. И след ведет в эту пещеру. Ну, тогда мы знаем, куда идти. Думаю, мы сможем войти без шума. Хотя так тоже можно. А подожди, а как без шума войти? Мне вот туда надо. Подожди. А в смысле? А, вот. Это я прикольнулся чисто. От этих налетчиков вы спасли волков? Нет. Эти здесь пробыли недолго. Сука, дай хилиться, блядь. Смерть с небес. Нихуя себе! Хочу его! Пиздец! Соболезную челу. А я спать, пук, через 24 минуты. А? Так она не газированная, какая разница? Да ладно! Ну чё ты орёшь-то? О! Ты дверь открыла, у меня соединение с Wi-Fi прервано стало. Где еще? А! Сосать! След ведет туда. Чел, сосать! Это не все. Охуеть, они реально расчлененку какую-то добавили, потому что до этого нельзя было там руки отрубать, куски тел. О, секретка, смотрите. Оп. Уникальный ресурс. Педали, ёпта. Не зря я все запылесосил тут. Так, подождите. Да все, смотрите.
Ого! Кто-то попался медведю. У них есть мощи. Берегись, брат! Соси! Давай. Да, это жестко. А чё они его в плен взяли? Мне кажется, Атрей вывез бы. Я хилюсь, когда я его отбили, кстати. О, сундук! Давай. Подожди, а как мне сбежать с уступа? Ай, блядь, да подожди, я не понимаю, как с уступа сбежать. Сейчас. Атрей, ты здесь? Как я ж тут был только что, не? Ну, оно и к лучшему. Поищем выход. Может, Атрей искал укрытие, увидел налетчиков, пошел дальше, а уже затем тут прошел медведь. Картина боя не впечатляет, надо сказать. Думаешь, медведь шел за Атреем? Ну, а может, наоборот, медведь был ранен, и Атрей хотел ему помочь. Ты же его знаешь. Атрей, где ты? Ой, блядский ты, сука, охуенный. Сука, скример ебаный. Блин, дота охуевшая. Мы нашли медведя, ну или он нас. О! Да блядь, да блядь. Я тебе ебало вскрою нахуй. Он разозлился. Не делай. Да сука. На, уй. Ой-ой. Ай, блядь, зажал меня на... Сложно. Я людей только умею убивать, блядь. Ну, Митя, тебе конец. Спартанская ярость, блядь. Все, я нахуй. Все, тебе пизда. Бей, пока он не топнул снова. О, нихуя, я что, прямо сейчас могу прокачаться? Сколько стоишь? Дальний бой.
Не, видимо, или могу прямо сейчас. Не, видимо, просто хуйня какая-то высветилась. Ай, блядь! Ай, не делай! Да сука ты! Ёбаный! Медведь, блядь! Да, блядь! Медведь слева, ебучий! Брат, я слышу, брат, братан! Ёбаный медведь, блядь! Так успокойся, нахуй! Просто успокойся! Я тебе, блядь, подожди, у меня чешется. Да чешется, ебал. Осторожно, сзади. Удар, перекат, удар, перекат. Хорош, хорош, взял в комбу лоха, блядь. Хватай его, пока он уязвим. Ёбаная. Удушающий медведя взял. Атрей! 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 What the fuck, мазафака, сука, бля. А ты не помнишь? Ты был медведем, сынок. Ты лютый медведь. Я похоронил Фенрира. А потом... Я не знаю. Мне было грустно. Потом была злоба. И страх. Я помню, как... Бежал, а потом медведь бросился на меня, и я на него, но это же был сон. Твои эмоции тебя преобразили. Я не знаю, как я это сделал. Ты ничего не делал. Они взяли верх. Вот почему рано бросать тренировки. Мы не знаем всех твоих способностей. Нужна дисциплина, чтобы ты мог управлять ими. Дисциплине ты меня научил. Мне нужно больше, нужны ответы. А их у тебя нет! Их знала только твоя мать! Сынок, ты сейчас получишь, блядь, от топором нас. Нахуй. Вдруг кто-то мог бы нам помочь? Ответить на наши вопросы о великанах и рассказать про роль Локи? Атрей! Мы бы поняли, в кого я превращаюсь! Атрей! Послушай меня. Я мог тебя убить.
ты не владеешь собой, мы не станем рисковать зря. Бездействие тоже риск. Ты так сказал. Забудь ненадолго, что ты отец, и подумай, как полководец. Нет! Соберись. Я Гризли. Ну ладно, я думал, ну ладно. Поговорим о том, что парень стал медведем. Да, поговорим. Позже. Я медведь. Надо восстановить защиту и вернуться домой. Погоди, а что случилось с защитой? Ты сломал. То есть ты винишь меня? Я не виню тебя, Трей. Да? А судя по голосу... Пошел ты нахуй, сын, блядь. Ты нахуй я сломал, блядь. Сынуля. А ну-ка, уеби-ка его. Налетчик слева. Мистер. Мистер. Сосай. О, гля, еще так, опыт от Рэя отдельно получил. Помимо знаний языков и общения со зверями, есть у тебя какие-нибудь еще волшебные способности? Вроде нет. А Фенрир? А что он? Когда он умер, ты колдовал? Нет, я не... Но я видел свет. Я не понимаю, о чем ты? Хм. Сука, школьник нихуя не понимает. Уж я их повидал. Да, кстати, я заметил, Кратос что-то слишком эмоциональный. Во-первых, вначале он там чуть не всплакнул, блядь, что на него не похоже, он типа вообще черствый, и этим он привлекал. Сейчас он иногда, блядь, быкует, орет на сынка, ну такая тоже какая-то... А, подождите. Я, кажется, вспомнил, где мы. Куда столько крови? Это твоя. Серьезно? Ну или добычи, которую ты тут протащил. От этого спокойнее не стало. Ну нормально, пойдем. Атрикс, может пойдем, блядь? Алло! Артурита! Сынуля! Ну, ладно, ты там это, догоняй. Куда идти-то? Что-то не так. Вот это. Березка. Асия. Нихуя. И все, они восстановили... Сейчас. А, карту я, наверное, пока не могу, да? Или подожди, может... А медведя надо добить. Блять, это мамка медведя. А этот Атрей стал медведем и ее трахнул, и родились дети. Получается, это полулюди, полумедведи. Я не хотел. Желание не важно. Только последствия. Что с ними делать? Ничего.
природа справится сама. Грядет буря. Мало нам мороза. Мы почти пришли. Нихуя себе, я их наказываю, блядь. Кто нахуй? Места! Слева! Налетчики! Да блядь, где еще одна бабища стреляет? А, вот! Места! Соси нахуй! Осторожно! Сзади! Сынуля, давай его нахуй, ёбни. Ого, сколько их тут. И так было всю ночь. Выбрались внутрь, пока не было защиты. Короче, раньше вот достать и положить топор на место, это была одна и та же кнопка. А сейчас достать это вправо, а положить на место это влево, блядь. Чё за говно? Давай, Сэмюэль.